Ярослав, что вас больше всего привлекает в темах, которые вы освещаете на радио, на телевидении? Что вам самому более всего интересно? Ну, политика или все-таки что-то другое? Да нет в этом мире, наверное, неинтересных вещей. Мне интересна не столько политика, сколько парадоксальные ситуации, которые она создает. Что такое политика вообще? Политика вообще, это, между прочим, очень скучное дело. Если влезть в научную политологию, то ведь там не столько описано как бы интересных случаев из жизни Людовика XIV, извините, сколько формулы, формулы и формулы. Если войти в социологию, в ту же французскую социологическую школу, там формулы, формулы и формулы. Это довольно скучная наука и скучное занятие. А вот парадоксы, которые создает политика, которые создает общество, которые создает жизнь, вот это вот и есть наиболее интересная вещь. Вот на этой парадоксальности, наверное, вытягивается радио, вытягивается телевидение, вытягивается все, что угодно. Ну, во время празднования Людовика XIV, то, что вы сейчас упомянули, был такой кардинал де Ришелье, те, кто читал Александра Дюма «Три мушкетера», помнят эту личность, довольно, кстати, известную личность. Он говорил так: политика политика, а любовь любовью. Миша, я не могу, как нормальный исторический человек, не поправить. К сожалению, кардинал Дюплеси де Ришелье ко времени Людовика XIV уже сошел. Кардинал Мазарини. Мазарини был, да. Мазарини. Людовик XIII, я говорил. Людовик XIII. Людовик XIII, совершенно верно. Был, да, был Мазарини. Хорошо, так вот, мне хотелось бы сейчас нашим радиослушателям, и я сейчас просто еще раз, телефоны у нас, запасной телефон у нас в эфире, это 847-226-9956, телефон прямого эфира это 224-795-7796. Но когда я сказал о том, что все-таки не только политикой мы, радиослушатели, живы, я имел в виду о том, что у нас с Ярославом будет достаточно много тем, которые мы будем освещать. И у нас есть, скажем так, предварительная договоренность о том, что мы будем пока, во всяком случае, выходить в эфир как минимум два раза в неделю. Это будет вторник. Время, может быть, мы немного сместим вперед. То есть это может быть рановато для тех радиослушателей, которые хотели бы нас послушать, ну, как минимум, в ланчтайм. Мы это объявим, естественно. А второй день у нас будет пока пятница. О времени мы сообщим на Facebook, на наших каналах и на наших сайтах sungaysradio.com. Ну, это будет на таймлайн Ярослава Беклемишева, конечно. Ну, и о чем мы будем говорить? Вот темы такие. Сотворение мира. Ну, мы не будем говорить о религиях, как они, хотя почему бы и нет. Как трактует религия, что такое сотворение мира, но в плане того, вот мир сотворили, и чего мы, вот куда мы пришли после сотворения мира. Вот об этом будет идти речь, современном нашем месте в истории. Ну, потом будет тема такая между человеком и человеком, мнение между человеками, извините. Ну, будет у нас, естественно, музыка в эфире. Вот только вчера мне удалось побеседовать с очень тоже журналистом известным, и этот человек музыкант, и, естественно, он появится, точнее, она появится у нас в эфире в ближайшем будущем. И у нас будут темы такие, как вот ближний и дальний круг, то есть ближний круг — это мы с вами, дальний круг — это те, которые находятся все-таки за пределами орбиты, это Чикаго, Нью-Йорк и вообще Соединенных Штатов. И у нас будет такая тема, которая достаточно мне по душе, она достаточно интересная, это тема terra incognita, то есть то непознанное, то непонятное. Ярослав, давайте мы немножко вот об этом поговорим. Что мы предполагаем с вами в этой программе, о чем мы предполагаем с вами говорить?
Ну, как я уже, как, а, ну да, как я уже говорил, хотел сказать, но мы говорили это в частной беседе, да. Вот, да. Да, но теперь мы можно как бы и публике, ну, представить. Хоть чуть-чуть обозначить. Да. Дело в том, что на самом деле это даже не только темы программ отдельных, это как бы направление. Направление тех тем программ, когда мы уже можем перейти к частностям, потому что вот даже мы берем сотворение мира, если вы когда-нибудь обращали внимание, что самую упрощенную модель мира дает именно иудейско-христианское представление о мире. Вы как специалист по индуизму можете представить себе, можете сравнить индуистскую модель мира с иудео-христианской. Там все гораздо сложнее. Все гораздо сложнее. Если разобрать все уровни этой модели, да. Да, я хочу одну ремарку сделать. Дело в том, что я не специалист не по индуизму, но я бы назвал это не индуизм. Сегодня люди ассоциируют Индию и понятие индуизм совсем с другими mm-hmm. вещами. Я как бы посещаю действительно Индию и там бывал много раз, но я приверженец такой, не знаю, как назвать, наука, это называется веды, и веды означает просто перевод знания. То есть когда-то люди знали, поэтому, находясь там, можно чего-то такое узнать. Вот я пытаюсь узнать это,